На прошедшем пленарном заседании Заксобрания края депутаты поддержали очень важные поправки в бюджет региона. Согласно им, на развитие Березняковско-Соликамской агломерации будет выделено 750 миллионов рублей. Эти средства направят на развитие городской инфраструктуры, обустройство важных для горожан объектов в рамках комплексного плана развития территории. Из них 500 миллионов будет выделено Березнякам, 200 в этом году и 300 в следующем. Депутат Заксобрания Андрей Силаев уверен, эта помощь очень своевременная. И в сегодняшних реалиях, можно сказать, жизненно необходимая. Таким образом, мы полагаем, что грамотное использование, если город будет грамотно использовать такие деньги, он создаст такую среду городскую, которая позволит нам успешно бороться с оттоком населения. А это, в свою очередь, позволит предприятиям сохранять квалифицированные кадры. И таким образом, в это непростое время предприятия будут устойчиво работать и обеспечивать налоговыми отчислениями весь край. Также в бюджет Березняков в ходе поправок было выделено 377 миллионов рублей. Эти средства предусмотрены на развитие микрорайона Любимов, чтобы дома были полностью достроены и сданы новоселам без задержек. 5 миллионов рублей выделено дополнительно на разработку проектной документации для реконструкции Спаса Преображенского собора. Также депутаты внесли поправки, связанные с мерами поддержки для малого и среднего бизнеса. Кроме этого, на этих поправках были приняты еще налоговые льготы для предпринимателей, которые получили кредиты до 1 марта этого года. Они ими смогут воспользоваться, условно говоря, и компенсировать свои затраты по этим кредитам. Впрочем, надо заметить, изменения в бюджет края позволили увеличить расходы на дегазификацию, повышение качества теплоснабжения, ремонт и строительство объектов общественной инфраструктуры и автодорог региона. В современных реалиях, в непростых экономических условиях данные меры поддержки имеют особое значение. Елена Джан, Ольга Максименко, Владимир Покровский. Наши новости.